Амурский тигр или уссурийский тигр – один из самых редких подвидов тигра, населяющих Дальний Восток и Северо-Восточный Китай. Поголовье хищника сокращалось примерно до 1940 года, когда предположительно осталось лишь 30-40 особей. Однако после мер по восстановлению популяции на сегодняшний день амурских тигров примерно 750. Уссурийский тигр – один из самых крупных тигров на планете. Посоперничать с ним может лишь бенгальский, шерсть гуще, чем у тигров, живущих в теплых районах, а его окрас светлее. Амурский тигр – властелин огромных территорий, площадь которых может достигать 800 квадратных километров. Несмотря на огромную силу и развитые органы чувств, тигру приходится очень много времени уделять охоте, поскольку успехом завершается только одна из 10 попыток. С вами канал «Планета Земля».